Подписано, дни летят за днями, года ведут свой строгий счет. А как мы выросли с годами, какими нас Господь найдет? Стоят ли крепко наши ноги, идем уверенно вперед? Или суета земной дороги так часто нас назад влечет? О чем сегодня помышляем? О вечном или о земном? Куда богатство собираем? Какой для нас дороже дом? Неуловимо мчится время, и мы за все дадим отчет. Какое ныне сеем семя, такой мы и получим плод. Аминь. Слушатель, вы слушали передачу «Миссии Хринштюме». Если у вас есть вопросы или вы желаете получить Евангелие, вы можете нам написать. Мы вам ответим. Наш адрес: Германия, миссия Хринштюме, улица Гимборна-штрассе 20, индекс 51709, город Маринхайде. Повторяю адрес: Германия, миссия Хринштюме, улица Гимборна-штрассе 20, индекс 51709, город Маринхайде. Будем очень рады получить от вас письмо. Благодарим за полученные письма. Нашу передачу вы можете слушать каждую субботу в 15 часов московского времени на частоте 13710 кГц в диапазоне 22 метра в Сибири, Казахстане и на Дальнем Востоке. И в 19 часов московского времени на частоте 6060 кГц в диапазоне 49 метра в европейской части России. Да благословит вас Господь в познании истины и воли Божией в вашей личной жизни для спасения вашей души. Мы молимся о вас. Благодарим за внимание. Закончим передачу молитвой. Отец Небесный, в конце этого уходящего года мы приносим Тебе благодарность